Документы и фотографии, рукописи, дневники и книги. Приуроченная к 80-летию снятия блокады с города-героя выставка из фондов Государственного архива новейшей истории проведет ульяновцев дорогами воспоминаний, позволит увидеть, прикоснуться, почувствовать жизнь внутри осажденного немцами Ленинграда. Несмотря на то, что в годы Великой Отечественной войны на ульяновскую землю не упало ни одного снаряда, узы сквозь годы и километры, связывающие два города, сильнее, чем многие могут представить. Вся оборона Ленинграда, операции по прорыву блокады Ленинграда, вот, это продукт воинской доблести, это продукт военной мысли нашего земляка, уроженца Корсуна, генерал-полковника Гусева. Ульяновск с Ленинградом связывает многое. Архивные документы фиксируют, в 41-м на нашу землю эвакуировали часть приборостроительного завода, из которого впоследствии возник завод номер 280, сейчас носящий имя «Утес». Что важнее, именно у нас нашли второй дом и семью, более полутысячи детей-сирот, спасенных из голодного плена. Особенно трепетно и больно читать воспоминания детей, оставшихся без попечения родителей в тот период, да, которые попали к нам в Ульяновск по дороге жизни. Их спасла эвакуация. В дополнение к фондам архива новейшей истории, здесь же выставка материалов Дворца книги. Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград. Более 400 экспонатов. Книги, мемуары, газетные и журнальные статьи. Свидетельства тех дней. Наибольший, конечно, интерес представляет книги и газеты 40-х годов. То есть это, которые выходили во время войны, в первые послевоенные годы. И вся выставка у нас в открытом доступе, за исключением вот этих книг, которые находятся под стеклом, а все остальное можно посмотреть, полистать. Эти дни до самой даты, до 27 января, когда состоится торжественное возложение цветов к вечному огню, вот вся эта неделя пройдет под знаком 80-летия снятия блокады. И, конечно, я обращаюсь к вам, наша замечательная молодежь, читать, вникать, говорить своим сверстникам об этой выставке в том числе. Выставка «Мы с тобой, Ленинград» – продолжение тесной связи двух городов и шанс прикоснуться к страницам истории для каждого ульяновца.